Еще в древности люди считали, что в каждом человеке живут две разные сущности. Одна — это логика и разум, а вторая — это душа. Иногда мы совершаем добрые поступки, которые поддаются логике и совершаются по зову сердца. Иногда на жизненном пути человеку трудно совладать с самим собой. Но важно видеть свою цель в жизни и не изменять своим принципам, а оставаться самим собой. Unless you die, auspicious, hit the wounded ones.